Всем привет, ребят! Сегодня у нас опять будет очередная порция китаки-донаки. Сегодня у нас будет вот такая вот акция на трату самоцвета и покупку, из которой вы сможете достать, я не знаю, какие тут пятые сеты, пятые таланты сегодня будет. Ну, куча топовых плюшек. Сегодня также я хочу прокачать Афину для PvP локаций, только не вот эту с воодушевлением, а хочу с просветиком. У меня есть вот она 60 уровня, сейчас мы немножко ее подкачаем, прокачаем. Так, 120-я. Надо не забывать просветики качать тоже. Так, 140-я. Улучшить. Ну, быстро-быстро сливаются книжечки. Так, забираем. Забрали. И побежали ее качать. Так, изначально надо сейчас... Давайте его на таблетку поставим. Так, это у нас 136-я. Вот она. Сейчас мы быстренько ее... Так, это у нас Бигфут. Ну, с просветом она быстро качаться у нас будет. Сейчас мы сделаем эволюцию, аугментацию, все дела. Соответственно, и потратим 1000 самиков первых. Так, окей, есть, побежали. Заберем первые плюшки. Так, есть. Смотрим. Уже 160-я. Быстренько она с просветиком, конечно, качается. И силушка у нас растет. Не по дням, а по часам. Хорошо, что кризис закончился. Можно по барику все фармить и качать. Так, есть. Герой очень интересный, сейчас определимся, что мы поставим. Возможно, поставим бога войны. Посмотрим. Чисто посмотреть, как она будет. С богом. Либо поставим грубую. Тоже интересный вариант будет. С бавашкой у меня есть на основе. Хочется посмотреть на Афину с грубой силой. Так, есть. Тут просветики уже медленнее будут идти. Качаем дальше. Так, ну что, я думаю, там уже 1000 мы потратили. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. А, нет, еще 505. Да.
Есть еще что тратить. Интересно, интересно, какие там плюшки будут. Так, вот есть 1000, забираем 5 яиц, 10 слизнячков и 200 самиков. Окей. Забрать. Так, 20 льдышек, 10 слизняков, 150, 20 топовых книг, 3К. Отлично. Просто супер. Так. Есть. Так, тут юниты у нас. Вот такие вот базы хорошо бить Минотавром. Ну, еще, конечно, все зависит от силы. Такие вам плюс-минус противники попадаются у меня на основе там все с юнитами. Там так не пофармишь золото, как тут можно. Так, есть, прокачали. Побежали дальше ее качать. Сейчас постараемся по максимуму все сделать. Уже 170. Тут хоть есть на ком просвет ставить и качать на основе, уже и просвета не особо поставишь, к сожалению. Так, окей, дальше. Так, 75-я уже. Ничего себе, быстро просветик качнули. Побежали. Долгий, долгий, нудный кач. Но ничего не поделаешь.
Дойдем по-любому до последней, посмотрим хотя бы, что нам сегодня там приготовили, какие талантики. Так. 79-й, 80-й. Добиваем книжками. Так, нам не хватает. Так, есть. Теперь нам все хватает. Побежали делать. Добьем немножко золота и делать ей эволюцию. И качать дальше. Так, есть. Оп. Есть. Делаем эволюцию. Отлично. Так, все, она у нас эволюция. Что у нас там по самикам? Еще 2400, да? Хорошо. Качаем ей просвещение. Так, есть. Побежали. Поднимаем до 20 и будем делать. Так, выбрать. Берем камнями. Карта нам некуда сливать. Что тут у нас? 33 камня есть. В принципе, хватает. Так, вот опять следующая у нас аугментация. Афинка. Созвездие плюс одну клетку. Ну, тут есть пятерка, плюс одну клетку или пятерка. В принципе, тут тоже хорошо. Давайте это поставим. Попробуем, что с ящика нам упадет. Приспешник, ладно, пусть будет пока. Поехали. Ее мы соберем полностью на крит. Ну, постараемся, по крайней мере, криты ей собрать. Так, уклонение. Ну, уклонение, честно говоря, не хочу. Хочу чисто из нее дамажную сделать с грубой силы. Не стандарт, скажем так. Ну, уклонение неплохо падает, смотрю, уже пару пятерок выбили. Так, блокируем. Вот так, и крит сопротивления даже упало. Так, что у нас тут? Еще можно бахнуть. Поехали, по 450 два раза сделаем. Это заблочили. Раз. Ой, отлично. Давайте попробуем порулить еще. Так, приспешника выбираем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот я на босс сделал замену. Ну, в принципе, тоже неплохо. Но не то. Тут надо все-таки какой-то талантик на урон. Причем это никакой, а победный выпад хороший. Так. Бигфут, ослепление. Ну, давайте так поменяем. Следующая коробка и тамплиер. Не то, не то, не то, не то. Так, окей.
забираем следующие призы. 20 книг, неплохо. Так, есть, забрали. Так, сет рун, камни за 10. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что очень круто. Так, окей. У них, конечно, мы не получили. Так, у нас тут друид просит прокачки. Так, отлично. Так, ну что, побежали дальше искать. Убойный талантикей. Ну давай, давай, давай. Ну, чары, как обычно, падают хреново. О, вот это отлично. Ставим плюс 20%. Супер. Поехали дальше. Может, еще что-то интересное упадет. Так, ну это неинтересно. Неинтересно, неинтересно. Не хочет ничего нам падать. Понижение, неинтересно. Доспех неплохо было бы вырулить. Либо победный выпад. Так, смотрим, что там у нас. Там мы что-то увлеклись. О, уже десяточка есть. Вот так вот. Забираем. Отлично. Рунки. Неплохо. Неплохо. Вот он, бастион дают сегодня. Отлично, бастион и сундучок за 18к. За 18к, хорошо. Хорошо, даже очень. Так, что тут у нас? Дали нам плюшки. Сегодня у нас такие вот плюшки. Непонятно, за 600. А мы сейчас посмотрим. Дали коробку, по-моему. Дали. Все, мы забрали. Окей. Ну что, идем по ролям героев. Нам нужно очень много повторок. 18к спускаем до десяточки. Поехали. 450. Сучка. Еще одна. Ну давайте, давайте, топовый герой, где мой? Просто жесть. Жизнь боли, ребята. 8к и 2 магазинных героя. Ну вот душегуб. Еще один ниндзя. Охренеть. Да. О, отлично. Он упал именно тогда, когда я наролил уже и прокачал своего. Ну что, будем второго качать. Так, дальше. Укротитель. Вроде надо. Друидов бы на прокачку. Дракокас. Рыцарь тьмы. О, отлично, супер просто. Заебцарину. Это нам надо. 20к. На повторочке. Отлично. Забираем все. Вот так вот. Забрали эти награды. Заходим сюда. Смотрим. 18 есть. Забираем бастион, сундучок. И еще 50 льдышек. Ну, просто жесть. Тут, конечно, питомцев на этом серваке дают. И получить
Вот оно, ребят. Затрату 35к вы получаете воодушевление. Третья карта. И гнев. Ну, еще рунки на прокачку. Отлично просто. Поехали. Так, что тут у нас на рынке? Забираем. Сегодня у нас акция на роллинге. Забираем. Забираем. Так, что там мы выролили? 18к, да, и 35. Так. Тут все забрали. Да, завтра еще будет. Так, тут все забрали. Ну, поехали. 35к. Что там у нас по пакам сегодня? 35, 35. Придется все-таки брать большой. Так, отлично. Так, есть. Ну что, поехали дальше трешевать. Это Китака. Бигфутик, Рину у нас уже есть. Неплохо было бы еще одного Рину затащить. Да и много героев надо повторочки. Бум, Афина. Отлично. Черепок, тоже хорошо. Чем хорошо здесь? Здесь ты не видишь, какие тебе герои падают. Так, ну давай, 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 давай. Сноузила. Немножко не то. Ну, это как-то уныло. Малышник, отлично, надо. Недостающий. Одержимый, тоже нужен. Куча недостающих легенд. Вау, как падают магазинные герои, хорошо. Просто отлично. Давай, 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 рандом, что с тобой? Я понимаю, что мы выбили то, что нам надо было. Ну, в принципе, надо еще будет. Вау, Седна. Достойно. Ара. Укротитель. Сейчас посмотрим, что мне там надо для прокачек. Ну, падает. Я не знаю как. В принципе, герои хорошие упали. Так, давай, 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 рандомчик. Еще один укротитель. Дрейк. Вот Дрейка тоже нам, в принципе, надо. Давай. Давайте до первой легенды. Заебись. Просто отлично. Забираем призы. Просто, блин, офигенная акция. Я балдею от этой акции. Вот так вот. Еще забираем. А, и нам сейчас не хватит. А, не хватило. Отлично. Эй. Непонятно. А, все нормально, отлично. Вот так, ребят, вот такая вот акция у нас была. Просто акция огонь. Сейчас посмотрим, что мы с нее получили сегодня. Это просто жесть. Слизни. Так, КГшки тоже, по-моему, отсюда. Кулачки. Камней получили нормально там. Руны получили. Так, коробочку.
Так, талантик, бастион получили, гнев получили, воодушевление получили. Супер. Так, смотрим дальше, что у нас по героям. Ну, выбивали там суккубов, друидов надо еще, их можно будет так, в принципе, купить. Так, купидоны, отлично, есть на прокачку. Дальше. Арташка не нужна. Так, химера есть на архидемона. Так, смотрим, кто тут у нас еще. Драйков уже вполне хватает. Укротители отлично. Одержимые отлично. Медуз надо еще. Малышеники есть. Вообще огонь. Хранители. Супер. Так, ну это стрелок. Три Рино есть. Сейчас я гляну, или у меня там осколками Афинка есть, Седна есть на прокачку. Ну, просто супер. Нападало, сундучки нам выпали, карта третья. Огонь, просто огонь. Так, ну тут у нас еще плюшки. Яйца откроем, оставим. Так. Ну, в принципе, все, я ее уже докачаю, покажу вам на максималке. Посмотрите, что она может. Это героиня. Это мега имба. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, делайте репостики, участвуйте обязательно в акциях. Так, ну есть у нас Рино? Так, не, у нас Рино, по-моему, нету. К сожалению, 65 осколков. Да, придется 20 ККшек накопить, чтобы Рино прокачать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, бомбите. Всем такой же удачи, всем пока.